Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы решили приготовить лечо и поделиться с вами рецептом приготовления. Ну, для начала хочу сказать, что мы берем 2 килограмма перца и 1,5 килограмма помидор на одну порцию лечо. Ну и затем, что мы делаем? Берем этот перец, моем, чистим, помидоры также чистим от плодоножек. Так, нарезаем помидоры для того, чтобы их перепустить через блендер. Почистили уже перец. Кто-то их чистит, кто-то режет, нарезает большими дольками. Кто как любит, мы вот будем такими квадратиками. Ну и это все с помощью блендера измельчаем. Помидоры измельчаем. Получаем вот такую вот кашицу. Ну, у кого нет возможности через блендер, можно использовать мясорубку. И получаем вот такую вот кашицу и помещаем ее в казанок для того, чтобы вскипятить, получить такую томатную пасту. И опять измельчаем, опять нарезаем вот таким вот образом. Далее, когда начинает кипеть смельченный томат, добавляем 0,5 стакана сахара и ложку соли. Размешиваем это, и оно должно вариться 30 минут. А тем временем мы подготавливаем посуду для нашего леча. Берем спирт 90%. Ваткой протираем с помощью этой спиртом, с помощью ватки протираем баночки, крышки под лечо. Пока варится наш томат, мы кладем перчик в кипящую тоже воду и примерно где-то минуту варим перчик для того, чтобы вышла горечь из него, ну, и чтобы он немножко был мягче. Затем прошла минута, и перчик кидаем в наш томат кипящий. И таким вот образом получается у нас лечо. Затем, что мы еще сделаем? Сейчас выложим весь перчик. Даже заливаем ложку 9% уксуса и стакан, полстакана подсолнечного масла. Все тщательно размешиваем. И оставшееся время еще кипятим все это где-то 20 минут. После того, как скипело, прошло уже у нас 20 минут, накладываем наше лечо в банки, закатываем это с помощью закрутки. Зимой очень хорошая, приятная закуска. Пальчики оближешь. Если вам оказалось полезным это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это поспособствует выпуску следующих видео.
видео. Всего вам доброго!